Как же хорошо, что мы полетели на самолете, да, Нубик? Погода да, просто отличная. Точно. Погода прекрасная вообще. Такими темпами быстро доберемся до островов, на которых будем отдыхать, и все будет просто как по маслу. Это да, будет шикарный это отпуск. Просто вообще... А! Что происходит? Пет, что такое? Горим! Горим! Горим, по-моему. Нифига, мы падаем, Нубик, падаем, 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 падаем. Ё-моё, что происходит? Вылезай, Нубик, вылезай, ты вылез. Да, вылезай, вылезай, вылезай. Ё-моё, ты где? Не вижу тебя, всплывай наверх, всплывай. Я пытаюсь. Давай, 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 всплывай, Нубик, всплывай, ты где? Я ты здесь. Где? Не вижу здесь, тебя. Здесь, здесь, здесь. О, всплывай. Всплываем. Нет, наш самолет, блин, где мы? Ну что за фигня? Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Что это там, Нубик? Еще что такое? Плывем на берег, давай, давай, давай. Блин, самолет ухана. Че взорвалось, ты видел, нет? Я не знаю, что взорвалось. Что-то, наверное, в моторе, блин. Давай, почти или добрались. Или в кабине, или за кабиной. Все, я стою здесь уже. Ой, капец какой-то. Что за унитазы? Что происходит тут вообще? Я не знаю, что тут вообще происходит. Фух, слава богу, что хотя бы выжили. Это точно. Давай, почти выбрались уже. Все. Давай руку, давай. Вылезай. Опа. Ой, все. Блин, капец нас вообще... Капец какой. Он теперь там перевернутый лежит. Что делать, как теперь убраться-то с этого острова? И взорванный. Это определенно не тот курортный остров, на который мы должны были прилететь. Это точно. Чё это такое? Офигеть, там скибиди туалеты. Да. Чё, блин? Что здесь, происходит? Что здесь это за остров? Скибиди туалеты. Смотри, этот с бородой. Это очень странно. Нифига себе. Ну, они вроде не нападают. Ну, вроде не нападают, да, хотя бы. Смотри, читай, Нубик, читай. Пожалуйста, помогите нам. Скоро здесь будет цунами. Чё, блин? Да в смысле? Мы не можем построить себе убежище. Помогите нам. Ну, какое еще цунами? Ну, вы серьезно? День так хорошо начинался. Это что такое? Нифига себе здесь сколько ресурсов. Это нам... Ну да, у них же рук нету, они не могут ничего построить. А вот эти сору... А, ну да, это... Офигеть, ну да. Это деревня скибиди туалетов, что ли? Я такое на первый острове. Раз вижу. Смотри, они тут тусуются. Офигеть, их здесь сколько. Ого. Реально. Хо-хо-хо. Это просто жесть. Офигеть, что тут вообще... Как это... Дома, смотри, закрыты двери везде. Ты такое видел хотя бы раз в жизни? Ну, скибиди туалет видел, ну, блин, вот такие дома. Я имею в виду сооружения, которые они здесь... Как они это сделали? Это дом-унитаз, короче. Офигеть. Это капец. И типа, что они тут тусуются и скибидикают все время? Наверное... Походу, мы попали на какой-то скибиди-остров. Я который вот-вот знаю. Накроет цунами. Вот это нам повезло, блин, а? Это и что делать? У меня... Мы же даже не сможем выбраться, получается, у меня, отсюда. У меня просто даже слов нет. Ага, а у меня еще нет еды. И у меня телефона, нет еды. И у меня вообще ничего нет. Я вообще пустой. Абсолютно. У меня все высыпалось, походу. Ну или жесть. Утонуло. Слушай, ну самолет мы никак не вытащим теперь. Нет, это забей. Даже если его вытащишь, он там сожжен уже, походу. Он вверх ногами еще, блин. И... Да не, это забей. Мы все. Прям носом клюнули, короче, туда в воду. Там по-любому ну, да. Крылья у него сломались еще. Что за встревалово? Как мне это все нравится. Постройте убежище, помогите нам. Скоро здесь будет цунами. Блин, это вообще жесть. Цунами? Вообще бетонные супер. Кирпичи, обалдеть. Лестницы. Двери. Так, ну я не знаю, что давай строить. Мы же и себя, по сути, будем спасать. Ну, да. Получается, ну, мы попали. Так, так инструменты есть инструменты. Тут какие-то. Опа. Не помешают, я считаю. Так, стекло давай половину возьму. Так, опа, смотри, здесь еще есть камни-душ. Ну, то есть мы можем их всех потом поймать типа, и да, посадить чтобы... в убежище. Да, это чтобы, да, мы их могли поймать и посадить туда. А это, я так понимаю, типа, самый главный из них.
Вот этот с бородой, типа он самый старый. Офигеть, блин. Короче, слышишь, погнали, да. Наверное, быстрее сделаем это убежище, пока нас не накрыло здесь цунами. А там придумаем, да, уже, как выбраться с этого Скибиди острова. Они как будто здесь уже кого-то ждали, а если... Ой, все. Короче, это просто жесть. Вот это слетали в отпуск. Давай где-нибудь в центре строить, вот здесь прям. Давай. Так, сейчас мы... Начинай. Давай придумаем, как мы сначала будем строить. Надо, думаю, отдельную комнату для всех них и отдельную комнату для нас. Ну, чтобы так, не тусить хорошо, с ними тогда постоянно. Тогда предлагаю сделать, может быть, стол вверх. Ага. Сделать комнату для них. Ага. А потом еще стол вверх и сделать комнату для нас. Хорошо, давай тогда вот так делаем. Типа вот так, да. А я тут пока лестницу вот так буду прокладывать. Давай, прокладывай лестницу. Я поднимаю здесь вверх, значит, опа, все стены... Так, ну я думаю, может столько хватит для первой комнаты? Для первой комнаты, подожди, да я выйду посмотрю. Ну да, я думаю, для первой комнаты хватит. Так, давай тогда расширяй, помогай здесь мне тут расширять. Опа. Ага. Опа. Сюда вот это вот ломаем лишнее, а то я тут уже поставил. Сколько будем расширять? Да, наверное, придется много, их тут немало. Блин, Нубик, на самом деле, ты знаешь что? Что? Нам очень сильно повезло, что мы целые и невредимые после, да, это авиакрушения точно. Этого. Мы могли вообще не выжить, и все, на этом бы за все закончилось. Да, закончилось, давай еще в один слой. Опа, 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 блин. Опа. Я тоже промазал одним блоком, поставил его. Предлагаю сделать еще стеклянные здесь стены тогда, чтобы можно было наблюдать. Это что за стекло? Свинцовое стекло какое-то. Свинцовое стекло. Ну, ну наверное, понятно. Крепкое. Наверное. Давай, о, еще вроде один как блок. От радиации умеет защищать. Ох ты. Нифига себе, радиация тут. Блин, а если тут радиация? Да не, это просто, наверное, свойства такие у стекла. Радиация тут не при чем. Очень интересно, как образовалась эта Скибиди-деревня. Ребята, если у вас есть идеи, пишите в комментариях. Это вообще жесть. Да. Я в шоке. Так, вот это теперь угорать. Вот это сделаем продолжение вот так вот нашей. Блин, тут придется немного притеснить вот этот унитазный дом. Ну, что поделаешь, давай уже. Опа, давай стеклом теперь вот так заставляем. Ага. Опа. В три слоя. Понял. Можно было здесь нормально передвигаться, а не сразу вот это, пригинаясь, вот это вот все. Ну так, да. Ну сюда тогда вот так стекло поставим. Опа, Вот так вот. Оп. Сюда. Так, ну первая комната у нас готова, нужно будет здесь еще мебель занести, вот эту всю для них. Какие-то там кровати поставить, может быть, не знаю, хотя зачем им кровати? А, не знаю, но они там были, значит, возможно, ну, да. Нужны. Мы же не знаем, возможно, что в их нужны. Домах, как туда попасть, кстати, смотри, опа, там прям унитаз, может слышишь? Может быть, как-то сверху или снизу наоборот, но там закрыты двери. Так, не давай, поднимай вверх, короче, и начинай делать нам комнату, а я здесь сделаю крышу пока. Для нас хватит высоты, посмотри? Думаю, да. Думаю, хорошо. Да, достаточно. Ну, просто тогда если мы будем с ними в одной комнате, во-первых, это будет просто какой-то муравейник, плюс нет, они постоянно кричат свою скибиди, вот это... О, я аж сюда слышу. Постоянно они кричат вот это вот, и, если честно, можно оглохнуть. Так. Это точно, вообще неприятно. Прикинь, ладно. Тысячу раз за день прослушать Скибиди Доп Ес. Да я пойду, блин, сам в этом цунами утоплюсь, наверное, не знаю, что я буду делать. Невозможно. Это капец, же. Короче. Так, подъем сюда, вот такой будет у нас, вот здесь вот так вот. Опа, все отлично. Отлично, делаем. Слушай, ну мы уже половину убежища сделали. Так. Ну половину, да. Опа, вот это сюда. Я думаю, сюда, нам сюда, нужно сюда. Еще шире делать. Давай там делай так, чтобы, значит, лестница, у меня есть лестница, хорошо. Делай так, чтобы все было хорошо, чтобы там все поместилось. Ой, тут, блин, тут да, зря задел. проломай. Опа. Это чуть это. Оп. И вот так. Опа, да. Так, еще и лестницу криво поставил, это вообще капец. Все, я, значит, заделываю здесь полностью здесь проход вот этот вот. Тут. Так, ага, так, давай. Так. А что там из мебели было? Мы тут вообще хотя бы сможем жить? Ой, слушай, я там даже толком не посмотрел. По-моему, там были какие-то кухонные принадлежности, кровати, помню, были. Давай тоже здесь стеклянную сделаем. Все, хватит, я думаю. Мы что, вдвоем? Хватит? А их там много. Ну да. Ну да, да. Давай, так, хорошо, давай. Хватит. Сначала первый блок, а потом остальные доделываем. Ага. Опа. Так, вот это сюда. Вот так сюда. Вот. Вот сюда запрыгиваем и идем вот так. Сразу в третий слой закидываем стекло.
Вот это сюда, сюда, сюда. Интересно, как они ресурсы добыли, типа, а построить не могут? Я не знаю. Это интересно. Может быть, они их где-то, где-нибудь нашли? Или забрали у кого-нибудь. Или либо же им кто-то их сюда привез. Возможно, они тут не единственные, кто живет на этом острове. Может быть, кстати. А, слушай, Скипиди, есть же эти вертолеты. Скипиди туалет, вертолет. А, ну ой, да. Наверное, ой, нам стоит запрыгнуть вот вниз. Так вот. Давай, я ладно, ломаю, ломай. Да, давай. Оп, опа. Аккуратненько. Чуть и туда закрываем. Не улетели. Все, вот это убежище. Неплохо. Принести неплохо. Сюда мебель. Самолет прекрасно отсюда видно. Знаешь еще, что нужно сделать? Надо вот здесь будет, значит, выкопать и дверь поставить. Так. Дверь поставить. Хорошо, давай, дверь у меня есть. О, давай сразу ставь дверь. Бац. Вот, готово. Бронированная. Во! Это бронированная дверь, да, наверное, водой ее не должно... Нифига себе. Так, так идем и по итогу за у нас мебелью. Вот такая вот фигня получилась. Вот это для них, вот это для нас. Выглядит нормально. Ну, я имею в виду, да, конечно. Так, ты чем будешь заниматься? Ух ты, блин, кто? Где? А, это эти. Ё-моё, я все никак не привыкну. Давай, значит, так, берем. Так, чем я буду заниматься? Буду обустраивать, наверное, нам. Возьму холодосов, возьму кровати две штуки. Давай, давай. Стулья две. Возьми все, что нужно будет нам, а все остальное я заберу и буду устанавливать в той комнате. Хорошо. Вот так вот. Печки тут еще, конечно, капец, блин, ё-моё, тут столько вот ресурсов всяких. Вот. И вот так вот. Думаю, этого хватит. Что, все, столы, холодильник взял? Столы, подожди, столы не взял. Два холодильник стола взял? Холодильник взял. Печку. Печку взял. Плиту кухонную взял. Вытяжку. Подожди, подожди, подожди. Вытяжку. Блин, а вот вытяжка, печки. Так, взял, взял. Тостеры, вот это всякие кухонные шкафчики, бери тоже. Ну, да, кухонные шкафчики 5 штук. И кухонный стол с ящиком 5 штук. Вроде пока все никакого взял. Цунами не вижу. Все, я забираю все остальное. Опа. И отправляюсь за тобою. Так, и заодно возьмем вот эти камни душ. После этого будем да, делать давай. Всю эту историю. Так, это опа. Тут у них. Опа. Выше там так. У нас. Лезем наверх, лезем, лезем, если лезем. Если бы какой-нибудь люк был бы, было бы еще лучше. Ага, чтобы вообще отделиться от них и не стыковаться, так скажем. Да. Так. Ставим сюда. Да, опа, вот офигеть сюда. Можно. Так, где вытяжки тут были? Вытяжки здесь. Так, капец, ага. Блин, я даже через стекла и стены слышу всю эту историю. Да, бывает. Слышно, так, холодильники конечно. Будут у них здесь. Вытяжка. Здесь будут у них вот эти штуки. Так, тут для всего, конечно, наверное, печка. Места не хватит. Опа, опа. Кухонная, так, вот наверное, вот. Я лишнее буду загружать какой-нибудь ящик, например, вот этот. Ага. Так, сюда. Так, свет два. Делаем раз. Свет делаем так, вот. 2, 3, так. 4. Вот, я думаю, вот такого так. Света им будет достаточно. Так, убираем вот это вот. Ставим стол. Стол, не знаю, зачем он нужен им, если честно. Как они будут его использовать. Так, я это убираем. Не знаю. Стулья тоже возьмем пару штук, поставим. Вот здесь, например. Оп, оп, оп. Замечательно. И сюда вот это тоже все складываем, складываем, складываем. Двери нам здесь не нужны. Кровати, кровати, тостеры нужно поставить еще обязательно, чтобы делать горячие тосты. Это да. Вообще офигительно. Это важно. Верстаки, наковальни и печки. Так, давай поставим их вот так. Да. Три штуки кстати. Сюда. Три... Не, ну верстака верстак, три зачем? Опа, печку. Верстака оставим столько. Наковальни. А наковальни можно тоже три штуки поставить. Все, я все выгружаю все. Лишнюю сюда. Расставляю да, я тоже кровати. Сейчас выгружу тоже. Сейчас оп. Кровати мы возьмем. Поставим. Так, нам так, бы... Что тут у тебя? Ага, неплохо. Блин, обширно мы тут им сделали, нифига себе. Да, я тут думаю, как кровати сделать. Так, давай, угу. Значит, наверное, эти многоэтажные будем делать. Так, да. Сюда берем. Эдж. Нельзя это поставить, не понял. Не видимо, надо. На стекло двери поставить вообще нельзя. Так, ну конечно. Конечно, вот какой блок бы выбрать, это только вот не стекло. Понадобится. Так, ладно, это убираем. Возьмем. Блин, ну это долго очень ломать. Может быть, вот это долго ломается? О, ё-моё, да тут все долго ломается. Ладно, хорошо. Делаем так, ребята, делаем так. Так, так. И сейчас на это тоже нельзя поставить, да? Ну-ка, и раз. Нет, можно. Два. Три. 4, отлично. О, Нана, ты как сделал? Иди помогай, ломай вот эти блоки. Ага, давай. Только второй слой вот этот. Я понял, да, я понял. Опа. Чтобы кровати поставить вторые, и потом еще нижние можно будет ломать. Так, сюда идем.
ломаем вот это вот. Так, ставлю кровати. Раз, два, три и четыре. Вот, хорошо. И теперь снизу давай нубик сделаем еще. Да, теперь снизу, хорошо. Оп, сюда. Сюда. Все, смотри, здесь теперь много будет спальных мест. Я, правда, не знаю, как они будут укладываться в кровать. Типа унитаз спит в кровати. Я не знаю. Это капец. Может, им просто нужно само наличие кровати, а типа спят они как-то по-своему? Я не знаю. Мы так и не попали в вот этот дом, огромный унитаз, потому что дверь там закрыта. Да, дверь там закрыта, да. Зайти туда вообще никак не получается. Итак, мы вроде бы все сделали. Сейчас я выгружу вот это вот сюда все лишнее. Сейчас я еще сделаю немного нам свет. Не хватает места. Так, где ты там? Наверху. Лезу к тебе. О, у нас здесь тоже вполне уютное получилось убежище. Да. Итак, теперь нужно всех сюда при... Нубик, цунами! Что, вон в смысле, оно! Уже? Да, вон оно, там его видно! Да. Быстро вниз! Давай. Надо эвакуировать. Вытаскивать. Даю сейчас половину. Так, внизу. У меня есть. А, у тебя есть, понял. Забирай. Давай, лови сразу всех унитазов. Так, тихо. Ну-ка, так, ты куда же ты уселся, Нубик? Давай быстрее. Так. Где тут? Случайно. Ах ты, ё-моё! Нифига себе! Так, унитазы, не орите, пожалуйста! Мы вас спасаем! Так, опа! Сюда! Старосту забыли, ё-моё! Сейчас его тут... Быстрей! Так, есть, забрал! Забрал! Нубик! Иди сюда! Наш самолет уже под водой! Офигеть! Офигеть! Тут как быстро! Вон он, блин, спрятался! Вон где-то здесь бегает возле дома! Так, как тебя поймать? А, иди сюда, ты! На! Есть, поймал! Все, Нубик, всех поймали, нет? Да, вроде бы всех, больше никого не вижу. Давай наверх! Вот наверх, он, придурок! Где? Лови его! Ач! Поймали! Все, пошли, давай, заходи! Закрывай двери, закрывай быстрее! Ребята, смотрите! Ё-моё! Это вообще жесть какая-то! Так, нам нужно здесь выгрузить сейчас весь наш экипаж. Поехали. Раз, всё, два, закрыл. Три, четыре. Так, только не орите, не скибидикайте тут так громко, хорошо? Мы помогаем вам. Да, так. Я надеюсь, они будут молчать все. Опа. Нет, ну, по-моему, кто-то там пытается уже скибидикать. Ё-моё. Так, давай сюда. Капец тут, блин. Да я тут встать даже не могу куда-то. Все, я всех выложил. Нубик. О, вот я он и глава деревни этой. Ё-моё. Еще двое. Ты где? Ага, да вот увидел тебя. Да среди них тут. О, все, как. Ух раз. Ты, блин, нас уже здесь топит. Так, я наверх. Уже топит? Да, блин. Да, дайте нас уже. Дайте понять, хоть куда лезть. Уже здесь. Ох ты, ё-моё, здесь уже вообще все затопило. Фух, последние... все, капец вас там. Последние два унитаза, давай вылезай сюда. Ого, офигеть. Нифига себе, как быстро оно накрыло. Все, смотри, вода нас вниз. Перекрывает. Да, вижу. Жесть, это просто какой-то кошмар. Почему на этот реально остров надвигается какой-то цунами сразу? Опа, блок я лежит. Не знаю. Это ж не сверху? Нет, это не сверху. Да не, так, не, что это там я с дверью? Там, наверное, вырыл и все, и забыл. Дверь держится или нет? Или, а, ты там заложил? Не, я не закладывал. Или то, это мне низушку видно. Так, я сейчас вниз спущусь, проверю здесь дверь. Да, дверь держит. О, здесь прям иллюминатор такой, нифига себе, можно смотреть. О, отлично. Жесть. Так, я вылезаю наверх. Вылезаю. Там все-таки давай, вид получше давай. Был. Что тут у нас? Нормально все? Стекло не трескается? Да тут уже... Да, ну, я слежу. Вроде все нормально, кажется. Нас уже тут полностью накрыло. Офигеть. Эти туалеты тоже уже в воде. Ё-моё. Да, это точно. А вон еще наш самолет видно, слышишь? Да, я видел, да. Капец. И что нам теперь долго здесь сидеть так? Я не знаю, может быть, когда-нибудь уровень воды сойдет, и мы сможем отсюда выбраться, а пока что нам придется жить здесь. Вот это слетали в отпуск, да, Нубик? Да, и не говори, лучше бы, блин, сидели дома.